Я хочу рассказать про своего прадеда Трифона Михаила Федоровича. Он родился 17 ноября 1910 года, был призван в армию в 1939 году. Он был радистом, служил на радиста. Во время войны его в 1941 году призвали на фронт. Его заново учили на радиста, у него было звание сержант. Мой дедушка был 369-й стрелковой дивизии. Во время войны он был контужен. Посчитали, что он умер, и его, так скажем, захоронили в братской могиле. Но дедушке удалось выжить, то есть не до конца успели закопать, и он продолжил воевать, также был в различных госпиталях. Бабушке пришла похоронка, то, что моего прадеда Трифона Михаила Федоровича захоронили в братской могиле. Она же надеялась его дождаться, так как у нее было на тот момент 5 детей, 3 дочки и 2 сына. И после войны бабушка, хоть и знала, что он умер, она постоянно приходила в соседнее село, встречала всех выживших, кто приходил с фронта. И в один прекрасный момент бабушка встретила моего прадеда Трифона Михаила Федоровича, и он продолжил работать у себя в селе в колхозе. Также я узнала, что, оказывается, мой одноклассник Салихин Сергей, его дедушка служил в 365-й стрелковой дивизии, а мой дедушка 369-й стрелковой дивизии. И очень было много операций, которые эти две дивизии работали вместе.